Джефф Мансон. Громче аплодисменты. Вот такой он снеговик в сланцах, шортах и футболке, словно только что с пляжа. Еще громче, друзья! Ребята подшучивают, как бы не растаял снеговичок на алтайском солнце. Вот только Монса на местной жарой вряд ли можно удивить. Уже привык. Детский психолог по образованию начал не с теории, а сразу же перешел к практике. Вот так боец работает, как говорят профессионалы, в стойке. А вот уже, если говорить все тем же языком из единоборств, в партере, коронный прием север-юг, о котором по всему миру ходят легенды, мальчишки из спортивных школ Сибири теперь готовы применить на практике. Цель таких визитов Джеффа – привлечь как можно больше молодых ребят в этот вид спорта. Для этого здесь, в Алтай Пэлас, создан специальный проект. С помощью этого промоушена мы будем давать дорогу молодым, мы будем просматривать ребят, наиболее перспективных, заключать контракты и промоутировать на территории Российской Федерации и, соответственно, на зарубежных промоушенах. Он мечтал стать пожарным, правда, а потом с головой ушел в смешанное единоборство, спортивная карьера, титулы. Уже на Алтае планирует целую серию больших турниров. Первый назначен на 11 августа вот в этом живописном месте, которое так напоминает родину Джеффа. Три основные вещи, которые я буду делать в проекте – подбор бойцов, промоушен и развитие детского спорта на Алтае. Я рад, что у меня появились партнеры заниматься этими тремя направлениями. Попалась? Чуть пешком не пошли, Андрей. Два этажа всего. Наверняка здесь бы пригодилась сила Монсона, но он после мастер-класса пошел в спортзал, пока хедлайнеры вечера Иванушки Интернешнл ждали лифтера, их ждали несколько тысяч зрителей. Оказалось, что судьба к ним не так уж жестока. С большим опозданием они все же появились на сцене. Пока теперь уже наш соотечественник раскачивал мышцы, не менее знаменитое трио раскачивало толпу. Возможно, в этот момент Андрей Григорьев Аполлонов мечтал оказаться дома, на родине. Ведь именно в Сочи на стадионе Фишт разыгрывалась путевка в полуфинал чемпионата мира. Радость, разочарование, вновь разочарование и снова радость. За два с небольшим часа болельщики вместе с футболистами пережили, пожалуй, все эмоции, какие-либо возможные. Расходились в полной тишине, со слезами на глазах. Сборная покинула домашний для себя чемпионат мира. Джеффа и Иванушки обещали вернуться сюда, в Алтайский район Алтайского края, в который уже успели влюбиться. Кирилл Политов, Андрей Печоркин. Наши новости.